Снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в Black and White, в эту великолепнейшую игрушку. И, ребята, в предыдущей серии мы с вами встретились о том, что мы довольно неплохо так развили наш город. Теперь у нас есть два склада, куча домиков, у нас была армия, но она погибла каким-то неизвестным способом. Я даже не особо понимаю, как это случилось, но вот как-то вот она у нас потерялась. Поэтому сегодня будем собирать себе новую армию, она будет гораздо мощнее, гораздо сильнее, и пойдем захватывать уже себе территорию, как никак, это очень важно. А плюс к нам прибыли новые чуваки, принесли нам ресурсов, поэтому все у нас пока что очень даже круто. Так, давайте-ка расширим склад, еще один поставим. Плюс у нас есть задание на то, чтобы существо построило 12 домов. И это было бы очень даже неплохо, если бы он успел построить 12 домов. Но я думаю, что он их не построит. Мне кажется, что он будет это делать очень долго и не очень усердно. Тем более, что я узнал, кстати говоря, почему тогда люди орали, только потом это заметил. Оказывается, каким-то образом на мой город булыжник упал. Скорее всего, это сделал наш товарищ. Вот этот вот пушистый, гадкий товарищ, который... Чё он? Я думал, чувака сожрать захотел. Я чуть его не отмутузил. Так, ну что, ладно, тогда давайте-ка сделаем себе новую армию. Она должна быть раз в 10 больше, чем предыдущая. Поэтому мы делаем вот такую армию из всех тех, кто у нас там, видимо, остался. Ребят. Так. И, в общем, идет сбор. Сейчас мы пойдем с вами просто конкретно устраивать захват. Просто всех изничтожим. Будет супер круто. Будет супер классно. Можно, конечно, отправить существо, но пусть оно лучше строит дома. Пусть оно выполнит мне задание. Я буду более чем рад, если он это сделает. Можно, конечно, самому построить склад, чтобы ресурсы все там были. Но пусть лучше делает это существо. Кого он тащит? Че он тащит? Че это такое? Братишка тебе покушать принес какой-то там. Ладно, он, видимо, дом строит. Так, что у нас армия собирается? Ну, вроде да, потихоньку. Едрить, сколько людей бегут. Как будто там какой-то прямо праздник. Бегут, бегут, бегут. Их сила растет, мы должны готовиться к войне. Сейчас я вам накостыляю. Здесь столько чуваков, что я разбомблю все ваши хаты. Разнесу все ваши дома, ребята. У вас вообще не будет никаких шансов, и эту землю мы наконец с вами выиграем. Поэтому давайте быстрее собирайтесь. Жалко, вот не хватает в этой игре кнопки ускорения. Это было бы великолепно. Кстати говоря... А, у нас тут чуваки уже прибыли, надо им дверь открыть. Давайте, заходите, добро пожаловать. Всегда вам рады. Все, дверь открыта. Так, мы еще разрослись, ребята. Смотрите-ка, мы стали еще больше, это круто. Так, господи, все еще солдаты прибывают. Ё-моё, я не преувеличил с размером армии. Мне кажется, что у нас чувак просто сдастся, когда увидит, сколько здесь солдат. Мне кажется, такой, да ну его нафиг. И все, типа такого будет, мне кажется. Так, ну что. Еще готов у нас, склад построился, шикарно, мы еще расширились. И теперь предлагают построить еще домиков. Было бы неплохо, надо бы где-то их построить, только вот где? Мне кажется, что можно вот здесь, неплохая точка для того, чтобы построить еще себе домов. Поэтому давайте-ка начнем с этого места. Конечно, здесь склады стоят, но, как бы, наверное, даже лучше жить рядом со складами, да? Зато все близко, пожрать захочешь, прямо сразу на склад пойдешь. Так, ну или на завод работать. Так, ладно. Окей, все, ждем, когда ворота открываются, и пойдем просто изничтожать всех чуваков и устраивать захваты, конечно же. По-моему, захваты все-таки должны работать. Вроде, если я, конечно, не знаю, если мы захватили территорию мирно, то надо ли захватывать полностью? По-моему, город надо захватить все равно полностью. Так, ладно, отправляем драться. Чуваков пусть разбираются, они все равно не пойдут в атаку, или же даже, может, убегут при только нашем первом появлении. Просто посмотрите, сколько чуваков я собрал, ну это охренеть просто. Мне кажется, наш враг такого точно не ожидает, что мы столько чуваков себе взяли. Плюс повысить взвод до обычных навыков, вроде бы это у нас надо, чтобы наш отряд хорошо так подрался и после этого прокачался. Так, тут еще мячик у меня что-то валяется. Чувак, ты что мячи свои шары держи подальше от моего города, пожалуйста. А то этот шарик может всех убить как-никак. Да, как бы казалось, что безобидная вроде игрушка, но она может всех перепинать реально. Все, бегут, армия! Кстати говоря, так можно посмотреть и подумать, что это Рим Total War. В какой-то момент реально вот так смотришь, и можно подумать, что действительно Рим Total War. Так, ладно, у чуваков вообще, говорю, шансов никаких. И буквально сейчас в порошок стерут таким количеством солдат. Все, минус... Минус армия. О, еще чуваки пошли драться. Ну что, давайте, давайте. Я вообще не понимаю, как они не отступают. Это реально какое-то 300 спартанцев у них, по-моему. Хотя тут всего их 15, наверное, 10, может, чувак. Это что, это ведьмак? Геральт, это ты? Ну, реально был похож, на самом деле. А это какой-то старец. Так, все. И вроде как можем захватить. Сейчас проверю.
Если сможем захватить, будет супер круто. Потому что мы сейчас получим еще одну область и сможем еще призывать себе ребят. Так. Ну что, за Орду. Да. Ничего происходит. Вроде должны захватить эти наши ребята. Сейчас проверим. Если мне память не изменяет, вроде так именно и делается захват. Да, все, они начинают щитами дубасить, угрожают этому постройке, и она становится внезапно нашей. Так бы в реальной жизни работало. Подходишь такой, по щиту стучишь и захватываешь себе город. Просто так. Типа, вообще без заморочек особо. Так, там тут чуваки идут. Мы, пожалуй, закроем двери. Хотя... Ладно, нет, там у нас чувак строит, поэтому не хочу особо теребонькать, скажем так. Я хочу построить дорогу, 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 дорогу. Давайте-ка здесь проведем дорогу, 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 дорогу. Вот. Так, немножко криво. Я не так хотел, конечно, но... В общем-то, где-то вот так. Странный зигзаг получился в конце, ну и пофигу. Главное, чтобы у нас гора не обвалилась. Вот это будет самое хреновое, что может случиться. Так, и по-моему, мы там захватили все-таки уже город. Так, виллу, виллу, виллу. Нужно больше вилл, потому что к нам все больше чуваков прибывает. Вилл, 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 Вилл Смит. Так, будем мы ковать. Так, кстати, да, ребята, кому нравится Black and White, не забудьте поставить лайк, конечно. Чем больше лайков, тем больше серий. Я буду знать, что вам все еще эта игрушка интересна, и вы хотите, чтобы серии выходили дальше. Это очень сильно помогает мне понять, насколько же вам проект интересен, насколько стоит им его продолжать, насколько стоит его поддерживать и все такое. Да-да-да. Если каким-то образом еще про это вы не знаете, потому что в каждом ролике я про это напоминаю, но каким-то образом люди начинают забывать, поэтому приходится все время напоминать. Так, ну что у нас? Захват потихонечку идет, значит, все круто. Нас вроде никто не пытается перебить, отбить территорию. Все шикарно. Плюс захват. Так, ну что, домишки будут строиться. Все круто. Пока что ждем просто тогда, когда будет захват. Я, в принципе, просто больше не знаю, чем особо заняться. Можно, конечно, купить что-нибудь еще новенькое. Я бы таверну прикупил, наверное. Может, таверну купить? Давайте купим таверну. Эй, мы захватили город. Это круто. Город захватить — это классно. Так, плюс город, ребята. Плюс город. Хайп, просто хайп. Так, плюс город. Так, отлично, пойдем этих чуваков. Мы захватили город! Еще раз мне, друг, я забыл, что мы захватили город. Еще раз мне об этом решили напомнить. По нам стреляют. Кто стреляет? Кто, блин, стреляет? Сейчас я настреляю, блин, за стрельбу. Так, все, минус, пацаны. Что, решили подраться со мной? Да, конечно, молодцы. Че дождь-то пошел? Так, надо, кстати, хилищую волну принести. Давайте-ка мы ее с собой захватим. Так, это плюс хилочка. Так, где ребята наши? Так, стоп, я не взял чудо, блин. Так, давайте. Так, вы только на этих чуваков не нападите, а то будет довольно-таки хреново, если это получится. Так, бам, плюс хил. Что это из мертвых не восстанавливает там противников наших? Это такие, оп, и все. Так, вы надеетесь... Я подумал, что они с ними драться стали, я уж подумал, все, капец. Так, минус 500 еды случилось у нас. Куда лучше пойти, захватить справа или слева? Наверное, лучше по правой или по левой? Нет, давайте левую сторону захватим. А, вот лучше вот здесь захватить, точно, как раз здесь и оставим нашу армию. Да я не хочу город захватывать, я хочу сюда прийти и там разобраться дальше. Так, давайте-ка еще одну хилочку закину, чтобы уж стопудово все у нас было круто. Так, на этих чуваков надо напасть. Вот, и хилка, скорее всего. Бэм, все, всех похилили, шикарно. А этих чуваков все еще не могу взять, надо ждать, когда они к основному городу подойдут. Так, ну развиваться-то, понятное дело, и здесь в основном буду, это самое главное. Так, собственноручно, что ли, каждый раз существу приказывать, чтобы он что-то строил? Это что, все, что у меня покушать? А, все, окей, я подумал, что это все, что у меня покушать есть. Вот эта вот маленькая какашечка на такой размер города. Серьезно, это прям все так убывает? Ё-моё, надо срочно увеличить количество хавки у нас. Так, где? А, таверна, кстати говоря, таверна. Дорого стоит, нет? Не знаю. Ну, в любом случае, надо ее поставить где-нибудь. Она очень большой плюс нашему городу даст. Можно вот здесь, конечно, поставить, но тут довольно тяжело дорогу провести. Можно, конечно, поле, наверное, убрать, да? Так, как там дестрой инструмент и минус поле, да? Сейчас его уничтожат. Шикарно. Вот здесь мы тогда с вами и проведем нашу новую дорожку. Тык-тык-тык-тык-тык. Где там дорога? И... Надеюсь, что расширение будет нормально у нас по итогу за счет этого дела. Так, давай, дорогу веди. И вот сюда, опять мастер, просто я по строительству. Так, что-то не понимаю, где вход. Ладно, пока вот так вот проведу, дальше там построится, будет более-менее понятно. Так, что там, чуваки сразились у нас? Да, сразились, давайте еще один захват организуем. А то выиграть землю — это дело непростое, да, надо захватить все. Кстати, здесь есть вот такие вот задания, их, по идее, можно проходить, но я их не буду проходить по той причине, что это просто пипец как сложно, я даже не буду на этим заморачиваться, потому что это реально просто супер хардово,
Мне по этой теме не особо хочется заморачиваться. Так. Ну что? Что? Что у нас пока? Чем бы нам заняться? Давайте пока тогда сделаем еще ферму. Надо еще нам ферму. Так, вот лужайку, точнее, не надо нам. Нам нужно поле. Вот здесь клевое поле. Все, плюс пшено. Надо бы еще мельницы, наверное, поставить. Но у меня пока не хватает денег на то, чтобы купить мельницу. Это уже будет как-нибудь потом. Так, пшена, да, фига. В случае чего я все это скину сюда. Жрачка у нас будет. Так, им надо больше хорошо, поэтому давайте-ка сделаем им хорошо. Сколько вам надо хорошо, чтобы было хорошо вам, а? Интересно, реально этот колодец хорошо когда-то назывался? Просто любопытно, а то я даже не знаю. Так, и вот сюда еще. Чтобы всем было хорошо в нашем хорошо. Правда, дорогу я, конечно, как-то не могу здесь теперь построить. Ну, пофиг, сами доберутся, что. Всего лишь-то надо будет пройти через кучу пшеницы, которая... ростом больше, чем человек, и где-то там найти свои дома, да? Ну, думаю, что да. Нормально, легко справиться. Так, мне не нравится, что тут чуваки подходят к нам, поэтому давайте-ка мы заставим нашего товарища пойти и подраться. Так, ну придется сначала двери закрыть, потому что иначе мы не справимся со всей этой... Блин, ребята, эти чуваки какие-то слишком хитрожопые, а? Надо будет поставить потом их там, чтобы они настояли и защищали получше. Ну, лучше, конечно, волка использовать для всех этих дел наших. Так, чуваки, вы скоро зайдете к нам? Нет? Надо реально будет волка поставить на оборону. А то сейчас начнут тут захватывать, либо надо будет поставить уже вокруг города возвести стены. Кстати, тоже очень даже добротная идея, потому что они не смогут это нас осаждать. Так что давайте-ка действительно сами возведем стену. Я ее строю супер... правильно, на самом деле, если вы думаете, что я строю криво, в моем понимании это прямо. Ну вот, как бы да. Мне больше понравилось, почему она вместо того, чтобы замкнуться, она как-то багнулась. Через пшеницу строить нельзя, понимаете? Через деревья можно, через все остальное можно, но ни в коем случае через стену еще раз не проводите пшеницу. Да что такое-то? Как я должен стену-то возвести, если она сбрасывается? Че, концы соединить вместе нельзя, что ли? Типа, не а-ля не скрещивайте лучи или что-то? Что это такое? В чем проблема-то? Так, ну давайте еще разок, только вместе не буду их соединять. Вот, готово, допустим, да. Так, и еще стенка. Где, куда она пропала, я ее хочу доделать. Что мне, думаете, такая дрянь, которая остается здесь, меня устраивает? Нет. Ну, по какой-то причине я ее не могу соединить. Та фа, как это вообще работает? Я что должен сделать-то такое, чтобы стену закончить? Ну, меня этот вариант не устраивает. Так что, где там инструмент уничтожения? Унижение, уничтожение. Не, нифига, что-то не получается. Погодите, что за наркомания-то? Как я должен продолжить стенку-то строить? The fuck? Или это надо прямо от стены тащить? Так, у нас другие города голодают, как бы, и это понятно почему. Тут как бы ни жителей нет, ни рабочих нет, так что все голодают, надо бы как бы этим заморачиваться процессом. Ну, кому оно и надо, да? Так, сюда лучше закинем еще чуваков. Так, а что тут у нас? Ага, наш чувак дерется со всей оставшейся армией, пол хп только потерял, но нормально держится у нас пацан. Так что все с ним хорошо. Так, вот эту штуку можно от меня убрать? Почему она не хочет убираться-то? Как вот это странно работает всегда. То можно нормально убрать, то придется через три задницы пройти, чтобы это все отменить. Хрен его знает, хрен его пойми. Так, да не хочу я здесь ставить таверну, отстань от меня! Да. Ладно, инструмент уничтожения возьму. Так, надо найти инструмент, обратно верни мне руку. Очень хороший был бы инструмент в этой игре, но что-то его особо я не знаю, как достать. Так, ладно, давайте еще одну хорошо поставлю, чтобы освободить руку. Потом надо будет посмотреть управление и узнать, как же этот вопрос, черт побери, решить. Хавчик сюда погнать. Ну, блин, здесь реально на целый город возводить, а мне, типа, заморачиваться по этому поводу особо неохота. Зачем называется захватываю? Ну, просто потому что могу, да? Так, надо вот эти места захватить и просто здесь стены возвести, чтобы к нам никто не подходил, а потом я смогу заморочиться уже по остальным, скажем так, дела. Если стены поставить, то хрена не пройдут вообще сюда. Так что пойдем захватывать все остальное, захватим все поселения, и будет нам с вами хорошо. Главное, там волчара стоит и как бы немножечко здесь прибирается, скажем так. Так что к нам никто с вами не придет. Можно, конечно, пойти всей этой армией устроить захват, но я думаю, что мы этим займемся чутка позже. Когда захватим большую часть, наверное, сможем мы пробить стену. Но на самом деле, если мы сделаем армию раза в три больше, то мы с вами сможем пробить всю его базу и закончить с этой землей. По идее, мы это можем с вами сделать. Ну-ка, на какой я еще один отряд могу подготовить? Так, ну это не сильно большой, но в принципе неплохо так-то. Давайте еще один сделаем тогда, отправим их захват на другой точке.
Этого более чем достаточно. Но надо бы, чтобы еще ребята у нас были, конечно. Надо еще ребят, надо еще пацанов. Скорее бы они к нам пришли. Так, волк на обороне стоит, все хорошо, все с ним классно. Новые пацаны к нам идут также. Здорово, здорово, здорово. Там идет захват. Сейчас мы потом отправим оставшиеся вот сюда и вот сюда. Правда, самая жесть вот здесь. Так что даже не знаю. Давайте отправим нашего товарища немножечко вот этих чуваков атаковать, что они сейчас захватят у меня вот здесь, и будет нифига не круто. Город подвергся атаке. С какой, блин, стороны? Кто атакует мой город? Город атаки подвергся чего? Плохого настроения или что? Чё его атаковало, мне интересно? По его мнению. Я лично не вижу, что меня кто-то атакует. Вроде все хорошо. Или он имеет в виду про этот город? Скорее всего, он имел в виду про этот город, а не про остальное. Так, ну что, давайте похилим нашего зверька. Бэм, похилили. Мы даже хилим, на самом деле, и противников, но как бы пофигу, потому что зверек-то у нас гораздо сильнее. Даже если я этих выхилю полностью, то это мне особо не поможет. Так, что там, захват идет? Захват идет, все шикарно. Давайте с остальной армией разберемся. Нам тут вообще на нашей территории просто великолепно сражаться. У нас тут только одни плюсы. Господи, что сейчас с ним было? По-моему, в него вселился демон какой-то. Или Димон, не знаю, кто в него вселился. Но что-то определенное с ним было только что не так. Так, плюс 10 тысяч, мы еще баблишко заработали. Шикарно, классно, потрясно. Мне бы еще какие-нибудь осадные орудия открыть. Но осадное орудие, по-моему, стоит оружие дальнобоя. Это просто лучники, по-моему. Мастерская осады нам бы нужна была, но стоит она... Сколько? 50 тысяч. 50 тысяч пока я не имею. Надо ждать, когда еще остальные чуваки к нам придут, только после этого. Так, половину хп наш чувак еще даже не потерял. Но в целом неплохо обучается, наверное, искусству войны. Что тоже, понятное дело, здорово. Так, там захват прошел. Нет еще... Нет, еще захватывают потихоньку, помаленьку. Ну, окей. Так, надо отправить второй отряд нас воевать. Так, не воевать, точнее, а захватывать. Этот у нас сам разберется. Да отстань ты, блин. Прицепись, день сражайся. Давай, все сюда встань. И где у нас? Где у нас второй отряд? Берем второй отряд, отправляем его на захват вот этой вот точки. И потом я здесь буду обустраивать вот так стенами, чтобы, если уж они пойдут, то им пришлось бы через три задницы пройти, чтобы нормально до нас дойти. Вот где-то здесь вот им придется, наверное, проходить. Только если, конечно, не расшириться настолько сильно, что уж прям вот здесь закроемся. Но вряд ли. Я, скорее всего, закрою проход здесь, 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 здесь. А вот здесь останется. Дальше им только придется через сюда уже идти. Но им придется капец как долго двигаться, чтобы до туда дойти. Осадных орудий у них нет, поэтому ничего страшного. Так, две армии готовы, в целом мы их потом соединим, и все у нас будет с вами очень даже хорошо. Самое трудное — это пробить стену противникам, это самое суровое, пожалуй. Так, что я там взял? По-моему, что-то взял, но какую-то гадость опять. Так, стоп. Сейчас мы сначала используем чудо, чудо исцеления, давай-ка хилься у нас, чувачок. Эй, мы захватили город, отлично, плюс один город в нашу копилочку. Так, да господи, возьми ты чудо, что тебе не нравится? Чудо и чудес, бери давай, все, хилку закинули, выхилили чувака. Так, теперь этих ребят берем и приказываем и захватить. Что мы можем еще захватить? Есть что захватить, а? Есть что по захвату, пацаны? Нет, ничего нету, поэтому мы идем самой мощной армией вот сюда. Приказываем нашему другу идти давать этим ребятам пенделей, как обычно, волшебных, исцеляющих, позволяющих этим ребятам, возможно, думать лучше. Или хотя бы другим чувакам, которые к нам попытаются прийти, хоть как-то облагоразумиться, наверное, я не знаю. Так, к сожалению, склад не могу здесь поставить. Склад неплохо прибавляет поинты к размеру нашего города. Хотя нет, смотрите, вот здесь, кажется, могу поставить. Но надо поймать эту священную точку, на которой только что я мог поставить. Вот, вот, я ее нашел, все круто. Так, прибыли еще граждане, давайте их запихиваем. Да граждан ты прими, а не нашего чувака. Он там пусть драться идет, мне только от него война нужна в данный момент. Так, и здесь у нас тоже потихонечку ребята подходят. Сейчас будут устраивать захваты. Да, конечно, эти города у нас абсолютно беспризорные, как бы ими не заморачиваюсь. Ну и оно и нам не надо. Нам главное занять стратегические точки, потом их быстренько построить и возвести здесь стены, которые чуваки не смогут нас против нас сломать. Все, потихонечку у нас ребята идут. Так, волчара там сражается, все нормально. Три отряда. Три отряда он по-любому одолеет, так что по этому поводу мы даже не переживаем. И плюс в этих точках мы, конечно же, сможем в случае чего обратно возвратиться, похилить там наших ребят. Или даже где-то построить бараки поближе, возможно. Так, нифига себе. Блин, жалко, нельзя вот так вот веревкой обвязать, так об эту гору. Он такой, упс, проблема. Да? Так. Новоприбывшие у нас есть. Надо пополнить размер нашей армии. Прибавить еще чуваков. Сколько мы можем? Ну, можем, ну так скромненько, но еще можем прибавить. В целом, если всех соберем, получится очень даже большое количество солдат.
Достаточно для того, чтобы не захватить, кажется. Плюс мы используем существо в атаке, понятное дело. Самое крутое будет захватить вот этот город, потому что здесь мы и похилиться сможем, вернуться обратно, похилиться, сломать стены и так потихонечку штурмовать этих ребят, конечно, мы сможем. Можно вроде бы и понтами захватить город, но не знаю, насколько это реально, реально, потому что вроде бы я ни разу не захватывал именно за то, что мы такие крутые города. У меня вроде такое не получалось. Так, у нас только у существа пол хп снесли, так что нормально. Сейчас будем двигаться вот сюда и захватывать самую такую точку, наверное. И вот это место, я думаю, что не особо есть смысл захватывать. Можно, конечно, лучше начать собирать армию полностью. Всю собрать и уже устраивать всю веселуху самую главную. Так, отряд еще собирается, так что пока не заморачиваемся. Конкретно по нему. Все, штурмуем! Ну, захватываем, точнее. Просто захватываем. Так, существо там дерется, да? Отлично, свою кунг-фу показывает, шикарно. Он меня злым, кстати, не стал. Нет, вроде все такой же, милаха. Пинает, убивает людей. Милота, отлично, красиво. Эй, мы захватили город, плюс еще один город, ляпота. Так, тогда сдвигаемся мы. Так, почему опять? А, не все, окей. Двигайся туда, твой-то там воюй. Да че ты, блин, пристал? Так, да господи, этот ошейник когда-нибудь от меня отлипнет? Нет, да куда ты пошел воевать? Просто, да, да. Сейчас я ему поставлю, чтобы он стоял нормально у нас. Так, вот здесь просто встань и все. Никто не пройдет дальше. Так, остальные ребята двигаются. Здесь надо стенку бы возвести, хотя, опять же, размера не хватает. Ну, ладно, фиг с ним. Мы сейчас пойдем прямо осаждать весь город. Возможно, мне даже и не нужен этот план. Предлагает еще одну оружейную построить? Зачем мне еще одна оружейная? Ну, я даже не знаю, надо ли мне это. Так, там уже собрались, да, ребята? Все отлично, еще плюс одна армия. Сейчас главное собраться вместе и устроить всю эту веселуху. Так что ждем, когда все остальные подойдут. А в основном армия идет только через этот коридор. Так что, думаю, никого мы не пропустим. Единственный минус, что у нас у существа очень мало здоровья. Надо бы немножечко сбежать от проблем. Мы, норвежцы, непобедимы в бою. И греки это поймут. Да-да, конечно, сейчас я город захвачу. Вы так охренеете, чуваки, что... Что охреневать устанете, мне кажется. Так, давайте быстрее захват организуйте, пожалуйста. Я, конечно, блин, я просто не хочу свою армию. Ладно, окей. Они меня вынуждают, потому что не хочу, чтобы мой любимый попик пострадал. Так, давай-ка ты воюй где-нибудь вот сюда. Не туда воюешь. Все, плюс эти, захват почти удался. Сейчас мы хилок закинем, и все будет круто. Блин, ну быстрее захватывайте, чуваки. Чего вы такие медленные-то, а? Так, а там остальные-то сколько? Блин, еще тоже целую вечность топают сюда. Так, вот и плюс захват. Шикарно. Все, встаем сюда. А, сейчас даем хилки наши. Так, ну, блин, давай захватывай. Вот так, раз, два. И самое главное, похилить нашего здоровичка вот этого. Нате. Сколько тебе надо еще хила? Еще пару волн. Давай еще. Все, великолепно. Нужно даже его погладить, наверное, но мы сделаем это потом. Так, что тут война начинается? Ну, чуваки, у вас реально ничего в жизни учат. Вы просто посмотрите, сколько здесь моих чуваков. Ну, просто я не знаю. Тут еще стоит существо такое, и они... О чем здоровье теряет? Он что-то как-то это... Морально устал или что? Почему он здоровье терял? Так, может, ему пожрать надо? Так, сейчас где-нибудь поле оторву какое-нибудь. Так. Все забрал. Так, где ты там? Друган мой. Не смей жрать, чувак! Ты чё делаешь? Ты чё? Отдай сюда. Он мне не отдает. Так, слушай, ты хочешь полбу или как? Берись. А, там еще война началась. Ты не трогай моих людей, мне надо драться ими, а не чтоб ты их там теребонькал куда-то. Все, стой около этой кучки. Хотя нет, ты мне очень даже нужен, потому что сейчас будет основная осада. Так что сразу приказ на атаку. Где-то вот в этом коридоре встанет, пускай он. Остальных мы сейчас будем двигать потиху, помалеху. Так, сюда. Так, а можно как-то это побыстрее? Один, два, три. А, отлично, работает. Один, два, три. Все, сюда все двигаются. Сейчас мы будем сами захватывать уже города. Самые основные. Правда, мы пропустили такие... Ну, пофиг, здесь чуваки идут такие. Да, хрен с ним. Прошли мимо, да и все. Бывает что. Так. Существо дерется. Шикарно. А, ребята, наточить свои клинки. Война неизбежна. Господи, ты заколебал, чувак. У тебя проблемы, если ты не видишь. Тебя просто уничтожают всю армию за армией. И он все еще выпендривается. Что-то там горит. Я крутой, я пафосный, я король, блин. При том, что пендели в основном он получает.
Еще у него даже осадных орудий нет, но он все равно такой: я здесь, блин, царь и бог, ёпт. По-моему, кому-то надо меньше бухать. Или что он там делает, я не знаю. Чем он там вообще занимается? Можно посмотреть, кроме того, что у него земля горит, как я говорю, что весь его пердак прогревает эту землю. Потому что иначе я не могу это объяснить. Что здесь вообще происходит? Здесь еще какие-то фигурины валяются зачем-то на дорогах. Не знаю зачем. В общем, может, его пердак еще и землетрясение вызывает порой. Поэтому такая тема происходит. Так, ладно, раз отряд отправляем, второй и третий у нас просто на страже стоят, плюс существо у нас будет сейчас здесь стоять. Так, там разрулил с армией. Блин, у меня он что, а он спать лег, что ли? Ты что, спать лег? Ты что, ты офигел, что ли? У нас тут осада идет, а ты спать лег. Иди ворота ломай. Так, у тебя стоп, нет, лучше, наверное, стены сломать. Давай стену ломай. Или ворота все-таки. Ладно, пусть ворота. Я не знаю просто, что быстрее ломается, вроде я раньше ломал ворота. Так, чувак, тебе что, делать нефиг или что? Тебе... Что с тобой не так? У тебя же нормально все со здоровьем. Свободного выбора нет, характер у него злой становится. Ну, подумай. Блин, его опять бьют. Чувак, беги! Сломай эти стены. Так, а эти-то зачем сюда пошли? У вас вообще-то приказ вот сюда стоять. Я случайно их, что ли, взял? Ладно. Ладно, давайте поможем существу, пока у нас стены ломают. Хотя бы выставим этих чуваков на какую-нибудь защиту какую-никакую. Пусть они помогают ему. Ты видишь эти стрелы, наблюдая за этим целый день. А у них лучники появились. Нифига себе. Никогда не использовали лучников, тут внезапно решили, да? Так, давайте этих сюда отправляем. Третий там разбирается, тот ломает стены. Главное стенку сломать, а потом уже ворваться. Так, блин. Главное, разбирайтесь, чтобы не трогали мое существо. Потому что ломать мне стены пока что нечем, кроме каким. Я, правда, не знаю, сколько времени займет уничтожение этой стены, но скорее бы захват уже. А, все, минус. Серьезно, так просто? А вот и мы. Здрасте, да, здрасте. А вы не ждали, а мы пришли. Так, давайте-ка скорее вот туда отправимся и возьмем нашего чувака на охрану входа. Пусть здесь стоит. А эти-то могут пойти в бой, не? Я просто хочу скорее захватить город, чтобы мы по итогу смогли с вами нормально... похилиться в случае чего. Вот что я надеюсь, но что-то как-то так себе получается. Там большую часть мы все равно потеряли. Солдаты, смотрю, из-за того, что там лукари были у них. Так, нас снова лучники поливают откуда-то. Откуда лучники? А, на стене лучники стоят. Ё-моё, это нифига не хорошо. Так, короче, пофигу, идем захватывать основной город. Берем существо и идем в атаку. Давайте. Ну, блин, иди в атаку, я тебе говорю, атакуй! Почему ты меня не слушаешься все время? Какой-то, блин, вообще пес попутавший. Попутавший что-то пес. Наш город атакует. Да по барабану, я захватываю их основной город, мне вообще как-то фиолетово. А захвачу основной город, вообще никаких проблем не будет у нас. Абсолютно. Так, знаете, что надо сломать? Вот эту штуку. Так, я, правда, не хотел жителей их напинывать, но, походу, придется. Так, нет, надо вообще вот это сломать. Давай ломай у них там все, что есть. Главное, проведите захват основного города у них, и все у нас будет с вами хорошо. Я думаю, что они не справятся с такой армией, которую мы с вами собрали. Так, что у нас, где наш основной город? Что тут есть? Кто-то кто нападает? Нет, двери так-то по идее открыты, так что добро пожаловать, все дела у нас тут такие. Так что давайте закроем на всякий случай, а то сейчас день пропущу момент, когда будет все слишком серьезно. Но в основном идет захват, и вроде все нормально. Так, давай-ка ты, существо мое, разрулишь остальных чуваков. А, мне показалось, что это дождь и стрел летит в нас. Так, ну захват идет, это здорово. Так, надо, чтобы существо пока что на себя байтило всех остальных и перебивало их. Наш город атакует. Да отстань ты, какой у меня город атакует, ё-моё. Чего меня атакуют? Какой город у меня атакует? Я вообще не вижу лично, какой у меня город атакует. Кроме того, что наших ребят пинают. Тут ни солдат, никого нет. Кто там? Два какие-то чувака собрались? Или кто-то там стены мне выцарапывает? Так. Вроде... Ты, слушай, ты там только своих не напинай. Блин, у меня реально злой становится. Смотрите, какой он реально злой. Ё-моё. Так, ну... Он что, реально... Стоп, это вражеское существо. Ядрить колотить, оно сюда пришло. Я даже его не видел. Ё-моё, думаю, что тут еще, что-то тут не так. Так, быстро ему давайте напинаем, напинаем всей гурьбой на него. Давайте, 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 давайте. Сейчас мы его быренько завалим. С таким количеством солдат мы должны его завалить. Ты, может, не будешь бояться, а будешь драться с ним? Так, все, у них один на один начался бой. Правда, что-то они больше выпендриваются, чем сражаются. Так, остальной второй отряд пусть организует захват тогда, чтобы хоть кто-то захватывал, пока мы тут... сражаемся. Фига мордобой начался, ё-моё. Нифига, ну он, конечно, жестче будет, у него когти побольше.
Давай, вали его, ломай ему лицо, кабинет там, все ему давай ломай. На, ему спинка, нормально кунг-фу. Давай, 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 тащи, 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 за все. Там, за двор стреляй в упор, все дела, вали его. Че ты присел-то? Бей его, апперкот там ему, левый, правый, двоечку попиши давай. Представь себе, что ты кама пули, я не знаю, там. Ну, че это за... Я даже комментировать не хочу. Че, как он сейчас его ударил? Его, это, а, это его победили, лол. Окей, я думал, он его как-то одолел техникой бесконтактного боя только что. Так, ладно, захват города продолжаем. А существо мне сейчас надо для того, чтобы убивать лучников, походу. Если это лучники. Это лучники ведь? Это лучники вроде. Так, существо давай, решай вопросы. Хотя бы их существо мы положили, это уже как бы круто. Жалко, мы не захватили город ближайший. Было бы намного удобнее, если бы мы его захватили. Так, там минус отряд лучников. Давайте следующий отряд лучников распугаем. Так, тут еще, походу, бог нас корзинки кидает какие-то или что? Вы, ребята, захватываете город или что вы делаете? Захватывайте город давайте. Пофиг, что вас стреляют, главное, город не захватите. Это будет самое то, что вы можете сделать. Так. Самый лучший будет подарок мне. Вашему богу, мирному, самому мирному богу, что есть на этом свете. Ну что, захват, не захват, получается, нет. Пока вроде лучников я избавляюсь потихоньку, так что, в принципе, ему больше неким защищаться, и существо мы у него одолели, никто его вроде не возрождает, так что, думаю, захват у нас сейчас будет успешен, остается добить последних лучников. Давай, 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 вали, вали, все. Нет, не закончил еще. Там последние вот эти лучники остались и все. Вот этих добить и тех добить. Давай, что ты там? Вот, все, минус отряд и последний остался. Все, разруливай его и нас вообще никто не остановит больше. Так, еще второй отряд, кстати говоря, тоже захват, По-моему, второй отряд просто стоял, даже не пытался захватить. Хотя, мне кажется, от моего второго отряда остался один чувак. Вот на нем флаг стоит и все, это, по-моему, весь мой второй отряд. Так, ну чё, все, всю армию мы одолели, ребята. Больше здесь никого нет. Волка вражеского уничтожили. Все, главное стоять на страже и ждать, когда же мы захватим. У нас, конечно, немного людей, поэтому захват будет не самый быстрый, но в целом мы главный город... главный город мы захватим сейчас. Что-то какой-то портал открывается или что это? А, существо испарилось. Главное, чтобы оно снова появилось. Ё-моё, 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 давай, давай, вали его, вали, вали. Ни в коем случае не пускай его, надо захватить полностью. Куда ты? Дерись с ним дерись. Давай, 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 мордобой, ну чё ты, куда ты? Блин, да что с тобой не так? Дерись ты с ним. Капец, я ж почти устроил захват, и он резнулся. Просто идеально, ничего не могу сказать. Давай, всё, дерись с ним. Я надеюсь, блин, у него здоровья просто практически нет. Я не могу отменить, потому что захват-то почти получился. А здоровье осталось наших ребят просто едва-едва. Я даже не знаю. Но он вряд ли справится, конечно. Все, он минус. Ну, остается только верить, что они успеют захватить. Если нет, то будет обидно, конечно. Придется новую армию наращивать себе. Давайте, я верю, что вы успеете захватить. Ну давайте, пацаны, ну вы уже можете. Блин, у него слишком много здоровья. Я просто при всем желании его не смогу одолеть. Так... Да, придется, короче, делать новую армию. Как же он вовремя резнулся, собака. Как же он вовремя резнулся, блин. Просто даже слов нет. Насколько же он, блин, вовремя воскресился. Просто жесть какая-то, а. Как же он все мне заруинил. Жесть, 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 жесть. Какой же он гаденыш. Я уже расслабился, думаю, все. Основных чуваков победили. Все круто, сейчас придется снова набирать себе армию, снова себе чуваков набирать. Если сейчас они не захватят. Захватят, не захватят, не знаю. По идее, он супер слоупок, поэтому, может быть, даже и успеет. Но хрен его знает. Он их очень медленно убивает, не знаю, у него какая-то проблема с прицелом, он куда-то не туда бьет. Но мы почти сделали, ребят. Совсем немножко осталось на захват. Вот просто едва-едва. Мы почти взяли себе этот город. Блин, не везет, что он реально тормоз какой-то. Он просто супер медленно их убивает. Ускорься, игра. Как-нибудь игру ускорить, О, да! Отлично, жесть, я так переживал, что мы сейчас у нас не получится, потому что тогда пришлось просто все заново набирать. Ебой, ребята, мы с вами справились. Отлично, просто великолепно. Отлично, отлично, отлично.
В общем, нас там хвалят, уважают нашу мощь. Наконец-то его пердак потушили, видимо, пинками. Интересно, правдивы ли старые пророчества, если греки есть слабая раса, у которой есть сила богов? Если так, запомнят ли они следующую главу и пойдут ли к Ханшай, где их братья греки уже ждут их? Мы сделали это! Победа! Твоей злобе нет предела, босс. Да какой злобе? Я всего лишь напинал им. Это очень даже по-доброму. А вот и пройдена у нас наша миссия. Ну, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Да, потом в следующей серии уже приступим к следующей локации. По-моему, все получилось более чем круто. Так, сохранимся на всякий случай. То сейчас внезапно игра сфаталит. Я такой, типа, чё? В общем, эту серию заканчиваем. Было очень круто, мы смогли все-таки заразиться. Прям на волоске были от поражения. Надо будет, кстати, мне вот эти задания выполнить до конца, потому что за них дадут бабки, которые нам в будущем пригодятся. Которые у нас остались две цели. А может еще сайт-квест выполню, который супер тяжелый, но это уже потом будет. В общем, все круто, мне понравилось, мы с вами прошли. Если вам тоже понравилось, лайк не забудьте, подписывайтесь на канал, конечно, чтобы не пропускать новые ролики по Black and White и по другим разным играм, конечно. На этом все, скоро с вами снова увидимся, всем удачи, всем пока!